5, агитация по походу трусы подозреваемого Воробьева, который содержится на листа видео. С приложением да, на указанных листах дело содержится протокол дополнительного допроса подозреваемого. Первоначальный допрос не оглашается, поскольку там было избрано также позиция, согласно которой воспользовавшись статьей 51 Конституции подсудимым, отказывался дать показания, подозревать в статусе подозреваемого. Вот. Данный допрос происходил 2 мая 2023 года. Производил его следователь Красильников с участием защитника Тихонова Марины Геннадьевны. Воробьев Иван Николаевич в этом статусе был допрошен. Пояснил, что ему сообщено и понятно, что он подозревается в убийстве Мурзина А.В. 1960 года рождения, совершено в период с 22 по 28 апреля 2023 года по адресу СРОВ номер 1334, то есть совершение преступления предусмотрено частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Признаю полностью подозрение в совершении убийства Мурзина в едином рассказе, готов давать показания и сообщаю, что совершил убийство Мурзина при следующих обстоятельствах 22 апреля 2023 года, вечернее время, когда уже работало уличное освещение, то есть около 20 часов 30 минут в период и 21 часом, в ходе распития водки совместно с Костиным ГВ и Мурзиным ОВ пошел в малую комнату, которая была справа при входе, где мы слушали музыку, которая играла из музыкальных колонок. Я был сильно пьян, как и остальные. Не помню точно те события, помню их фрагментами. Какое-то время из квартиры ушел Костин, когда именно не помню, далее в комнате я увидел, что Мурзин полностью разбился, свои действия не объяснял. Я предположил, что он хочет вступить со мной в интимные отношения. Для меня это было неожиданно, я этого не хотел, но помню, удерживал ли он меня, в отношении меня он никаких действий сексуального характера не совершал. Я возмутился, что Мурзин голый, подумал, что он хочет меня, и ударил его в область головы, кулаком в руке, отчего он, как мячик, отлетел в сторону книжного шкафа, упал головой к книжному шкафу чуть-чуть под стол, который там стоял, лежал он вниз головой, он был жив. Я решил ударить его гирей, в скобках, противовесом стрелочным, который стоял в прихожей, его вес 32 килограмма, он металлический. При этом Мурзину я еще говорил, что ты, гад, делаешь. Я взял в прихожей этот противовес, в обе руки пронес его в комнату, поднял противовес на уровне груди, на вытянутых руках, отпустил его, в результате чего противовес упал на голову Мурзина, примерно от удара противовеса у Мурзина голова была в крови. Я понимал, что в результате удара по голове может наступить смерть от падения противовеса. Последствия в виде смерти Мурзина я относился безразлично. Далее я также поднял этот противовес снова на вытянутые руки и вновь уронил противовес на Мурзина. Куда он попал при падении, я не помню. В третий раз я поднял противовес и вновь уронил его, но не попал в Мурзина, уронил его на пол, он пробил дверцу шкафа. Что потом было обнаружено при осмотре места происшествия. Всего я ронял противовес на Мурзина не более 3 раз. Я увидел, что Мурзин не подает признаков жизни, с учетом того, что я ронял тяжелый предмет. Я понимал, что Мурзин умер. Я взял его под мышки, причем на балкон, где расположил наклеение, руки в сторону и голову, он уперся в стену. Левой ногой выступал за ограждение балкона. Почему я его рядом на балконе, не могу пояснить, как-то на автомате получилось. После этого я взял из шкафчика на столе в малой комнате кустарный нож длиной около 25 сантиметров. Это изображено на схеме номер 1. К настоящему допросу подозреваемый схематично изобразил внешний вид использованного им ножа. Схема приобщена к протоколу допроса.
частных лиц. Показания подозреваемого — это то, что я взял, чтобы отрезать голову тупому. Взяла, никакого плана у меня не было, я действовал спонтанно. Я прошел к выходу на балкон, встал на балконе лицом к трупу и взял Мурзина левой рукой за голову, а правой взял нож и встал налево, считая разрез в области горла, в нижней третьей шеи. Делал несколько разрезов, их количество длины точно не помню, что было. На все ушло несколько минут, нож был острый. Позвоночник был разделан тоже без особых усилий. Голову я отделил и сразу положил в черный непрозрачный пакет. Завернул на два узла. После этого я у выхода из квартиры увидел куртку черного цвета, кроссовки черного цвета, бейсболку темного цвета, принадлежащую Мурзину, служил в пакет. Был ли в одежде телефон Мурзина, я не помню, не знаю. Телефон Мурзина я не взял, нож я также взял с собой. Далее я собрался из квартиры, при этом видел отсутствие верхней одежды на вешалке, шкафу, за входной дверью, также на стенке. То есть Костина у меня уже не было. Я оделся и вышел из дома, по пути никого не видел, сразу пошел к мусорке, где во второй ящик слева, в скобках контейнер, поместил пакет с головой. Далее я вышел на улицу Нового, где дошел до перекрестка улиц Новой и Попова. Остановился, кинул в правый угол на скамейку пакет с одеждой Мурзина. Далее я перешел дорогу, улица Попова, там во дворе дома была поляна. Я левой рукой, размахнувшись, выбросил описанный мной нож в ножнах и ушел домой. Все это произошло в вечернее время, 22 апреля 2023 года, или уже 23 апреля, точнее 22 апреля, строго по тексту, точнее 22 апреля, около 23 часов. Все события с 20 часов 30 минут до 23 часов происходили. Я был при этом сильно пьян. Места сокрытия головы, одежды Мурзина и ножа я указывал на схеме номер 2 к указанному допросу. Подозреваемый с помощью схемы указал места, указанные места. Схема приобщена к протоколу. Указание подозреваемого к совершению убийства Мурзина, мой товарищ Костя, никак не причастен. Я изначально показания против себя не давал, так как боялся ответственности, потом подумал, выспался и сегодня решил, что необходимо дать признательные показания, так как я раскаялся, я не хочу, чтобы пострадал Костин и Степаненков. Они к смерти Мурзина не причастны. Трупа его похоже, чтобы его вынести, это предложил Степаненков, но у нас не получилось вынести труп, так как он был тяжелым. Он помог ему упаковывать труп пакетами, проволокой, а палаткой и скотчем я его обматывал уже 30 апреля 2023 года, запятая, примерно в период с 28 по 29 апреля. Примерно с 28 по 29 апреля в период я со Степаненковым обертывал труп Мурзина. Он видел, что труп без головы, он с моих слов узнал, что я убил Мурзина. Подробности я не сообщал, готов показать на места, где совершал убийство и сокрытие трупа. Так, ну, подписи имеются, защита.